Hey, всем салют, дорогие зрители и обычные обыватели Ютуба, добро пожаловать в игру «Растения против зомби Insanity Mod», классический режим. Классику мы еще не смотрели, дорогие друзья, так как в прошлых сериях мы играли на в режиме мода Insanity Easy. Вот, сегодня у нас будет классический режим. И быстренько хочу сказать, что наконец-то я освободился, наконец-то те недели прошли, вот когда были куча жизненных всяких важных разных дел. Все, дорогие зрители, я весь ваш, я освободился, ура, давайте начинать старт гейм приключения. Так, что у нас здесь? Так, подожди-ка. Окей, это у нас сохранилось, в принципе мы рестарт. Так, ух ты, ё-моё, так. Вот и первый уровень. Так, в принципе, здесь классические зомби. И, кстати, дорогие друзья, здесь есть клавиша кое-какая. Походу, она ускоряет... Ну-ка... Да, она ускоряет... Как во второй части, дорогие зрители. Вау, 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 вау. Класс, суперски. Так, ребят, у меня случайно вылетела игра. И вау, какие здесь зомбаки, боже мой. Я запустил... Короче, перезапустил все и нам тут показали небольшой трейлер. Стоп, и зомби изменились. Подожди, подожди, что здесь происходит? Да, Нац, конечно, предупреждал, что типа вот из-за этой клавиши ускорения может вылетать игра, но, дорогие друзья, тут все изменилось. Вау, вау, вау. Подожди, значит, так, подожди, подожди, так, солнышки. Обязательно так, горохострел 50 всего-то там стоит. Так, я надеюсь, игра не вылетит, пожалуйста. Все, я не использую клавишу ускорения. Вау, 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 что происходит? Что? Какие-то суперспособности горохострела? Класс! Так, ну тут, конечно, забаговался горошек немножко, но ничего страшного. Так, давай. Горохострел, мы справимся с этими зомбаками. Тут, в принципе, классика, но есть проблема. Там какие-то зомби с запиской, типа, вместо головы записка, что... Что происходит, боже мой? Вот идет новый зомби, дорогие зрители. Так, короче, клавишу ускорения не используем, потому что есть шансы вылета. Но главное, что мы посмотрели процесс ускорения, это очень-очень круто выглядит. Но что за зомби с запиской-то на башке? Что это такое? Кто это? Так, может на него как-то кликнуть? Так, подожди-ка. Так, давай, 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 уничтожай, уничтожай, блин. Блин, а он какой-то мощный, слышите? Так, вот... Ахахахахах, так, ага, все, уничтожили и проходим. Так, получаем первое растение, дорогие зрители. Тарарарарам-парам, так, окей. Короче, дает солнышки, хорошо. Следующий уровень, вау! Вы видели? Вы видели там? Там зомби-орех, и у него какие-то колючки. Что? Погоди-ка, погоди-ка. Колючки? Так, возможно, он какой-то более опасный, чем обычные, типа, зомби-растения. Ну, как он, зомби-ботаника или... Да, зомби-ботаника вроде называется вот этот, как его, подавить зомбаков, так... Хорошо, спавним горохострелы. Так, вот, вот это проблема, то, что вот растения уплывают, дорогие друзья. Да, это все-таки Insanity, и поэтому тут растения не задерживаются, а просто плывут. Так, подожди-ка, давай, 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 уничтожим все-таки этого зомбака, попробуем. Так, давай-ка. Эй, стой, 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 ты тебе плевать на... Тебе плевать на все растения? Да как так-то? Стоп, подожди. Я что-то, ребята, вообще в шоке. Так, ему все равно, типа, у него вместо головы записка, и ему, типа, барабану вообще, что там происходит. Так, подожди-ка, а если вот здесь, давай, давай, давай. Ах-ха-ха-ха-ха, да, опасный, опасный тип. Так, окей. Блин. Так, давай, горохострел, грузись, так. Ага. Так, ну вот тут и есть проблема, что этот зомби с запиской... Да, ему вообще по барабану на все растения, он проходит сквозь все растения. Что происходит, боже? Так. О, новый зомби идет. Так, еще один новый зомби. Вот, смотри, там этот... С этим на голове, блин.
Так, подожди-ка, давай-ка сейчас замедлим. Так, на, подсолнух пока погрызи. Так. Окей. Пошла жара. Так, хорошо. Ух, музыка, конечно, говорит, что тут все будет серьезно. Так, давай. Так, вот этого зомбака, блин, мне кажется, его... Хотя нет, он уничтожается, но... Стоп. Так, вот здесь, конечно... Давай, грузи быстрее. Так, на, грызи пока. Грызи. Так, давай, вот этого зомбака есть. Так, конечно, нам лопатку еще не дали, дорогие зрители. Но вот этот новый зомби, дорогие друзья, прям что-то с чем-то. Я не знаю, конечно, его функцию до конца, но... Возможно, эти колючки что-то выполняют... Какую-то определенную функцию. Стоп, подожди. Так. Блин, нам нужно замедлить. Нам нужно замедлить процесс. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так. Давай. Блин. Чё за хрен? Это еще чё такое, боже? Боже мой, как это уничтожать? Что за фигня? Что здесь за фигня происходит? И он прошел. Ему вообще по барабану на все, дорогие друзья. Как это уничтожать? Как это уничтожать с помощью обычного горохострела? Так, давай-ка переиграем. Это что-то необычное. Так, хорошо. Но то, что вот добавлена клавиша ускорения, нац, ты просто, блин, гений. Как ты добавил клавишу ускорения, у меня пока в мыслях не укладывается, потому что в первой части такой функции нету, дорогие друзья, и никогда не было. Это просто что-то, прям мега новинка. И вот эти зомби, вот это с горохострелами летающими, блин, я просто в шоке. Я под таким впечатлением, просто никогда такого не было у нас в истории ПВЗ, это прям... Мега новинка. Так, поехали. Все, я готов. Давай. Запускай первых зомбаков. Так. Окей. Так, хорошо. Так, все, больше подсолнухов не ставим. Ставим только если нам нужно замедлить каких-то зомбаков. Нам нужно замедлить все газонокосилки. Ну, типа, сохранить их до конца уровня, либо хоть до середины. Так, давай-ка. Так, поехали. Так, ага, так. Хорошо. Так, давай. Блин, по несколько раз приходится ставить. А, это, конечно, не очень удобно, ну да ладно. Так, вот там... Окей, блин, этого придется пропустить зомбака, хотя я не знаю, вот как тут сейчас пойдет. Так, главное сейчас вот, чтобы ты уничтожил вот этих двоих, так. Давай, быстрее, срочном порядке, так. Давай, есть, полетели. Есть, отлично. Так, зомби с запиской, блин, его вообще трудно убить. Обычным этим горохострелом, хоть у этого горохострела супер-мега функции, но все равно трудно. Так. Окей. Так, хорошо, полетели. Блин, ладно, короче, можно пропускать эту рулетку, дорогие друзья. Потому что здесь два зомби очень свирепых и очень сильных. Так. Вот нам главное сейчас сохранить газонокосилки вот до конца, и чтобы этого зомбака не было. Вот именно в этом моменте. Так, подожди-ка. А, черт, есть, отлично. Двоих убил каким-то образом. Так, хорошо. Так, все, у нас две газонокосилки есть. Так, главное, чтобы этот зомби пошел по правильной линейке. Так, все, он идет по правильной линейке, но просто посмотри, какое безумие. Просто, безумие, ребята. Это его как уничтожать? Как это возможно уничтожить? Оп, это все кружит, вертится. Офигеть, блин. Хардкор. Так, давай-ка все-таки попробуем уничтожить вот этого зомбака. Так, давай. Так, мы его замедлим. Так, окей. Вот солнуха побольше хп. Есть! Так, и, кстати, у него никакой функции толком нет, просто вот такой орех необычный. И мы выигрываем вишневую бомбу. Так, поехали дальше. Так,
Хорошо, кстати, вишневая бомба знакомая. Что? Ха-ха-ха-ха-ха, офигеть. Ну тут неизвестно, дорогие друзья, как уже пойдет сейчас следующий левел. Офигеть, блин. Так, тут уже серьезно. Тут уже серьезные зомбаки. Так, окей. Там какой-то замораживающий, что-то какое-то опять там новое. Там зомби с конусом, кстати, новый. Вот, смотри, новый идет. Новый. Это получается так. Это получается... Ага. Так. Блин, он за собой тянет эту полосу заморозки. Черт. Так, ладно, к примеру, давай бомбанем. Так. Черт, это как-то не очень удачно. Так, ну мы его замедлили, дорогие друзья. У вишни появилась новая функция. Так, замедление. Так, горохострел, я надеюсь на твою помощь, что ты сейчас сможешь уничтожить его. Так, есть, хух. Мы смогли его убить. Но есть проблема, он идет. Он идет дальше и дальше и дальше и падает. Жесть. Так, окей, что дальше? Блин, опять этот зомбак. Опять этот хренов зомбак идет. Так. Ну его вообще невозможно уничтожить, либо как-то замедлить. Хотя подожди-ка, у меня есть идея. Вот сейчас, если вишня загрузится, давай. Ай, блин, ладно. Ничего страшного. Так, давай, короче, вот здесь вот так поставим, жертвуем растениями. Так, отлично, хорошо. Так, давай-давай, уничтожай. Так, есть, так, давай-ка вот этого. Все, и мы выигрываем орех. Вау, дорогие друзья. Так, окей, короче, он с всех зомбаков, я так понимаю, мочит колючками. Так, хорошо, едем дальше. Так, что зомби с газонокосилкой на голове, боже мой. Так, и тут у нас уже пятеро. Капец. Так. Хорошо. Так, ставим, дорогие зрители, горохострел. Так, окей. Вот это ставим. Блин, это что-то жестко. Так, хочу сейчас поставить, дорогие зрители, вот этот орех. Так, хорошо, полетели. Вот горохострел вообще идеально мочит всех. Ну вот зомби с запиской на голове. Вот сейчас, короче, загрузим вишню. Нам дадут солнышко. Так, и мы бомбанем вот этих клоунов. Так, отлично, так. А, да, он наносит ему урон, дорогие зрители. Первый орех в растениях против зомби, наносящий урон. Так, наносящий урон зомбаку, так. Блин, ну это офигенно четко. Это просто нереально круто. Так, хорошо. Ну вот зомби с запиской на голове, это мега проблема. По факту. Это очень сложный зомбак. То есть, блин, ему урон наносят, но ему самому пофиг вообще на все. Так, хорошо. Под солнухами спавним. Вот. Опа! Так, идет этот зомбак, но у него, кстати, уже не летят эти горохострелы вокруг него. Не летят вокруг него эти странные горохострелы. Так, на, еще орех. Так. Что он? Он огнем пыхает! Он пыхает огнем! Что происходит? Вау! Так, давай, уничтожай. Есть. Так, хорошо. Вот сейчас, я надеюсь, дорогие друзья, сейчас вот горохострел, давай. Так, на, грызи так. Так, есть. Так, хорошо. Так, блин, хоть бы этот уровень пройти, дорогие зрители. Так, вот тут горохострел ставим обязательно, так. Окей, так, спавн. Так, давай-ка здесь. Так, вот здесь поставим. Так, слишком вас много. Так, давай, уничтожай. Так, это, конечно, вещь. Это, конечно, тема, дорогие друзья. Ух, так, давай. Блин, слишком мощный. Так, газонокосилка, боже.
Так, у меня такое ощущение, что он все растения сметает, и ему по барабану. Типа, работает как с зомбаками. Ну-ка, сейчас посмотрим. Да, ему пофиг вообще на все. Так, окей. Окей, 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 окей. Так, подожди, подожди, подожди. Давай-ка здесь. Ага, отлично. Так, блин, хардкор, хардкор пошел. Так, грызут, грызут, грызут. Так. Ой, пожалуйста, 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 загрузи. Вот я тебя умоляю, загрузи, блин. Так, вишню, 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 срочно, срочно. Ну, вишни, давай, давай. Бам! Есть. Так, хорошо. Хардкор. Просто хардкорище. Так, давай, давай, давай. Если бы горохострелы бы не ездили, вообще прошли бы быстро. Так. Так, давай. О, черт, там пыхающий огнем. И он просто сжег его. Он просто его сжег, дорогие зрители. Так. Ахахахахахахахахах. Так, стой, стой, стой. Он слишком свирепый. Так, давай. Давай, 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 давай. Иди нафиг. Он реально пыхает огнем, блин. Ну это же слишком жестко. Это слишком жестко. Так, давай. Бах! Есть, так. Волна зомбаков. Волна зомбаков, дорогие друзья, приближается. Черт. Так. Давай, давай, давай. Ахахахахах. Блин, этот опять зомбак. Что? Гаргантюа, гриб. Ядерный гриб. Что за хрень так? Как это проходить? Как это проходить? Как этого зомбака убивать? Боже. Офигеть. Офигеть. Вау. Это безумие. Это безумие, дорогие друзья. Супер. Ну, такого мы еще никогда не видели. Это просто что-то с чем-то. Окей, дорогие зрители, если вы хотите, мы можем продолжить в следующей серии, но не факт, что мы пройдем этот уровень, потому что в конце там просто жескач. Жескач, 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 да. Окей, всем спасибо за просмотр, дорогие зрители, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, ставьте большие пальцы вверх, всем удачи, всем бай-бай.